Сейчас нужно быть предельно собранными. Тан и Джень, что ты тут делаешь? Еще и такая деловая. Только что на улице я встретила Дэн Сяопина. Он работает под надзором двух солдат. Говорит, проголодался, как волк. Я думаю, достать еды, да принести ему. Разве он не в Нинду? Говорят, он плохо выполнял обязанности. И его послали сюда на трудовое перевоспитание. Перевоспитание – это хорошо, но нельзя морить человека голодом. Так, идите. Хорошо, пойдем товарищ посмотрим. Мао. Хорошо. Товарищ Мао? Товарищ Дэн Сяопин здесь содержится? Так точно. Пусть он провинился, но есть-то ему надо. Я принес ему еды. Но... Это самая обычная еда. Открой дверь. Сяопин. Товарищ Мао. Ничего не говори. Я принес тебе еды. Давай, поешь. Сюйлян. Поехали в Европу. Уедем из этого гиблого места. Хэй, не плачь, ладно? Да как они могли так поступить? Цзэтаня сняли с должности и проверяют. Говорят, его могут исключить из партии. Меня уволили с должности заведующей рукоделом уездного парткома. И Цзэджэнь тоже понизили. Теперь она отвечает за корреспонденцию. Вы понимаете? Они зашли слишком далеко. Хотят добраться до меня. Не ожидал, что люди, называющие себя большевиками, будут вымещать недовольство на моих близких. Кто это? Дун Джинтан, а еще Лин Бяо и Лобин Хуэй. Цзэдун проверяет зернохранилище. Еще не вернулся. Почему вы не пустили их? У них ведь наверняка была куча вопросов. Все, кто общается с Цзэдуном, рискуют оказаться в рядах его сообщников. Он хочет оградить их от неприятностей. Ладно, не плачь. Товарищ Бого, пришел приказ вас направить в провинцию Цзянси. Когда я был в Америке, я послал ему длинную телеграмму с просьбой о восточном походе основных сил Красной Армии для открытия выхода к морю в провинцию Фуцзянь. Таким образом, можно было получить военную помощь от Советского Союза. Я считаю вашу идею немного нереальной. На данный момент Чан Кайши немного силен, чем раньше. Он перегородит морской путь своим флотом. Раз никто меня не слушает, что я могу посоветовать? Вы знаете что? Если вы не поедете, на вас будет подано жалоба.
Бюро Интернационала. Ты мне сказал, что туда уже отправили Лиде. Правильно? Да, я сказал, но не получилось. В советском районе ЦК уже в четвертый раз идет против походов. Очень сильно по благоиронии. Ну тогда необходимо сообщить ему, чтобы он сразу выехал. Хорошо. Чанбао, наклей это на дверь. Да, товарищ Мао. Вэнь Ван изучал и развивал цин, будучи... Цзэдун! Конфуций написал «Весны и осени» в тяжелое для себя время. Цю Юань написал «Лисао» в изгнании. Цзо Цюмин написал «Го Юнь» после того, как потерял зрение. Сунь Бин написал «Искусство войны», лишившись надколенника. Люй Гу Вэй создал... Цзэдун! Осени, это я, Джуде! Будучи на чужбине. Открой дверь! ...свои труды Шонань и Гуфэнь в темнице в царстве Цинь. И даже на долю авторов Шицзина пришлось немало превратности судьбы. Все эти люди так и не увидели того, к чему стремились, поэтому обращались к прошлому в надежде, что потомки поймут. Это последняя версия дела о Квантунской армии. Изменению не подлежит. Как же мнение китайской армии по соглашению о перемирии? Они считают, что оно не имеет значения. Слишком категорично. У нас ведь переговоры. Мы можем лишь решить, подписываем мы этот документ или нет. Японский империализм! Японский империализм! Японский империализм!
Это Дагунбао. А это Шиньбао. Даже Гувэньчжоубао. Везде меня критикуют. Говорят, что я продал родину. Послать людей, чтобы закрыли эти газеты? Еще есть телеграммы серьезных людей из правительства. Цай Цинкай, Фэн Юйсян, Ли Цзишэнь. Все они говорят, что я заблуждаюсь. И просят разрешения дать отпор врагу. Дзясян. О, Задун. Если вы арестовали Фуляньчжана лишь потому, что я попросил его открыть больницу, то лучше отпустите его. Арестуйте меня взамен. Погоди. О чем это ты? Фуляньчжан арестован? Они говорят, он не революционер, а предатель и гоминдановский лазутчик. Для революции он стольким пожертвовал. Отдал все медицинское оборудование больницы Фуинь и собственное имущество. Скольким раненым солдатам Красной Армии он спас жизнь? Скольким людям помог? Сколько болезней вылечил? Он меня спас. Да и тебя тоже. Как он может быть не революционером, а тем более предателем? Если вы арестовываете настолько верных идеалам революции людей, то вам точно надо пересмотреть свои принципы. Не переживай. Я прикажу, чтобы его отпустили. Jiang, Sie sind der charismatischste Führer, den ich je getroffen habe. Ты самый харизматичный китайский лидер из всех, кого он видел. Благодарю. Я много о вас слышал. Добро пожаловать в Китай. Это моя супруга, госпожа Сун. Ich freue mich, Sie zu sehen. Willkommen. Ach, ich freue mich auch, Sie kennenzulernen. Herr Jiang, ich habe etwas für Sie. Zwei Geschenke. Das eine, eine Strategie, wie man die Rote Armee umzingelt und besiegt. Das zweite ist ein Plan, wie sie die Armee so stark machen wie die deutsche Armee. Говорит, у него для тебя два подарка. Новый план карательного похода, разработанный советниками, и проект переобучения твоей армии по немецкому образцу. Искренне благодарю вас. Thanks. Die Essenz dieses Plans ist sehr einfach, nämlich Burgstrategie. Суть этого плана проста. Фортификационная война и надежное окружение. Прошу простить за прямоту. Но мне кажется, что мы стреляем из пушки по воробьям. Нам потребуются значительные финансовые ресурсы и военная сила. Dieser Plan ist zu teuer. Wir werden einfach viel zu viel dafür bezahlen und auch viel zu viele Leute werden obdachlos werden. Mr. Jiang, ich habe alle ihre Kämpfe. Мы тщательно изучили ваши вооруженные столкновения с коммунистами и обнаружили, что вражеские войска могли уйти незамеченными через коридор шириной менее 10 километров. Кроме того, они широко использовали тактику засадной войны. В этом основные причины ваших поражений. Ваша 500-тысячная армия не смогла взять под контроль обширную южную часть Дзянси. Враги атакуют вас и тут же скрываются, так что вы не можете их отыскать. Также вашим врагам помогают местные жители. Скажи ему, если нам удастся уничтожить красных, я готов заплатить любую цену.
Мы все долго ждали этого момента. Перед вами товарищ Отто Браун, военный советник, направленный Коминтерном на работу в ЦК КПК. Поприветствуем его еще раз. Товарищ Браун, присаживайтесь. Товарищ Браун – выдающийся большевик и военный деятель. Он настоящий борец за коммунизм с богатым боевым опытом. Коминтерн направил его к нам, так как хочет всеми силами помочь китайской рабоче-крестьянской Красной Армии, Коммунистической партии Китая и Китайской революции. Кроме того, этот революционер и военный деятель – истинный интернационалист. Он решил посвятить свои таланты мировой и китайской революции. Китайское имя товарища Брауна – Ли Дэ. Просьба в целях безопасности и конспирации называть его исключительно этим именем. Задун! Задун! Ну ты даешь. Что мне дверь не открываешь? Я просто хотел оградить тебя от подозрений. По делам, приходи ко мне в кабинет. Подожди. Я еще не договорил. Ты не в курсе? Советская газета «Правда» назвала создание Центрального советского района большим успехом. Победы Красной Армии никто не может отрицать. Наши с тобой имена на слуху у высокопоставленных московских чинов. Так что ничего тебе не сделают. И тем не менее, не нужно из-за меня подставлять под удар других. Когда я учился в Советском Союзе, ни разу не слышал об этом революционере Брауне. Потому что это совершенно не имеет значения. Главное, что его направил Коминтерн. Все остальные характеристики не важны. Да, кстати, ты знаешь, зачем крестьяне вешают в домах изображение божества Джункуя? Конечно, знаю. Для защиты от нечисти. Давайте решим. Итак, товарищ Ли Дэ, в настоящий момент Чан Кайши готовится к пятому карательному походу. У нас два варианта действий. Первое – это активное наступление. Второе – это партизанская маневренная война. Что вы думаете, товарищ Ли Дэ? Советская республика – одно государство. Врага нужно бить на его территории. Если пропустить врага, государство будет занято врагом. Великие умы сходятся. Однако… Мы с товарищем Вэньтянем плохо разбираемся в военной стратегии. Хорошо, что вы приехали. Мы передадим вам всю полноту военного командования. Ты думаешь, я справлюсь? Ну хорошо. Ваша крестьянская армия нерегулярная. С сегодняшнего дня я буду делать ее регулярной, как советскую армию. Я создал офицерский тренировочный полк в Лушане, чтобы улучшить моральное состояние личного состава, усовершенствовать тактику и стратегию боевых действий, добиться нужного сочетания политической идеологии и военного дела, чтобы высокий уровень организации дополнялся высоким боевым духом. Служу армии, ребята! Погибну, но не предам наших идеалов! В сентябре 1933 года Чан Кайши начал пятый карательный поход. Порядка миллиона солдат окружили центральный советский район. Из них 500 тысяч были задействованы в наступлении. Эта колоссальная армия при помощи немецких военных специалистов развернула в центральном советском районе войну не на жизнь, а на смерть. Что сказал Ли Дэ? Говорит, надо вести позиционную войну. Что? Да он же понимает, о чем он говорит. Для позиционной войны нужны войска. А сколько у нас людей? Сколько оружия? Легко сказать, вести позиционную войну. Построить укрепление на территории советского района. Проще сказать, чем сделать.
У нас нет ресурсов для ведения позиционной войны. И где нам расположить штаб главнокомандующего? При нынешнем раскладе наши позиции будут сметены при первом же авианалете. Как тут вести позиционную войну? Точно. Это как лук и стрелы против пушки. Наша старая стратегия была действенна. Сильного врага нужно разделить и бить по частям. Находить у неприятеля слабые места и атаковать большими силами. Партизанская подвижная война. Вот что мы умеем. Как говорится, небеса высоко, император далеко. Нам необходимо воевать, как мы умеем. Вы объяснили, и мне все стало ясно. Три дивизии под командованием Джоу Хуньюаня наступают на Личуань. Как думаете поступить? В Личуане крепкие стены, с помощью которых мы сможем успешно обороняться. Я считаю, что нужно оставить Личуань. Соберем войска к северо-востоку в районах Гуанзе и Цзиси и атакуем в удобный момент. Не твой ли это старый способ заманивать врага вглубь? Товарищ Лиде, нам нужно поменять тактику ведения войны, иначе мы рискуем потерять все наши основные силы. Товарищ Мао Цзэдун, прошу не вмешиваться в планирование боевых действий. Товарищ Богу, я все еще член военного совета. И хотя я отстранен от командования, право на собственное мнение у меня не отбирали. Ты просто высказываешь мнение? По-моему, ты навязываешь свою точку зрения. Вы припираетесь по незначительному вопросу. Сейчас в Личуане никого нет. Силы Дзянси-Фундзянского округа вошли в состав третьего корпуса, а еще одна дивизия переведена в Сяоши под командование фронта. Сообщите Гудзолиню и парткомам, пусть уводят войска! Командир, Гудзолинь и парткомы Дзянси и Фудзяня должны увести войска! Уводить? Что задумал Гудзолинь? И почему так внезапно? А вы чего хотели? Они решили отступить! Кто о нас думает? От военного совета есть указания? Пока мы не получили никаких указаний. Тогда обороняемся. Обороняемся? Но, командир, у нас всего 70 человек! Это невозможно! Может, все-таки отступить, чтобы сохранить силы? Ладно, отходим. Есть! Смотри, вот здесь. В этом районе можно... Я решил, что сначала должен быть отвоеван Личуань. Таким образом, у нас появится преимущество в войне. Крепость на крепость. Дополнительно необходимо поднять дух войск. Я с вами полностью согласен. Кого вы собираетесь задействовать? Третий корпус Пэндэхуай, первый корпус Линбяо и новый седьмой корпус Сяо Цзингуан. Товарищ Бочен, сообщи Сяо Цзингуану, Пэндэхуаю и Линбяо общий сбор в деревне Сяоши. Есть. Ну хорошо. Ты правильно приказал. Так и есть. Thank you.
Что это за приказ? Мы ничего не можем сделать, как бы ни старались! Трубе отступление! Есть! Да что это за военный специалист, а? Он ни черта не смыслит, только гробит солдат. Не верю, что в Советском Союзе так воюют. Он какой-то самозванец. Разрешите доложить. Реввоенсовет приказывает идти все шины соединения с третьим корпусом. Какая глупость на этот раз. Черт знает. Только что мы получили сообщение о том, что третий, первый и седьмой корпуса уже начали по вашему приказу перебрасывать войска. Я знаю. Очень хорошо. Линь Бяо и Сяо Циньгуан телеграфировали, что выполняют приказ незамедлительно. Только лишь Пэнда Хуай ответил, что его войска окружили вражескую бригаду в районе Сюнькоу и уже уничтожили ее основную часть. Сейчас они наступают на позиции, занятые врагом. Он просит один день перед походом на Хувань. Выполнить приказ без всяких оговорок. Заканчивают бой и сразу уходят. Пусть сначала разобьет вражеский полк, а потом наступает на Сяоши. Говорят, что ты за Мао Цзэдуна против кого угодно двумя кулаками. Я раньше не был уверен, но сейчас, кажется, это правда. Что ты приобрел в военной академии имени Фрунзе? Пусть факты говорят о том, кто понимает в военном деле. По вашим словам, я не умею воевать? Видишь, товарищ Богу, такой человек справился лишь с начальником штаба. Товарищ Ли Дэ, наверное, вы друг друга неправильно поняли. Если ты его оставишь, то я уйду. Товарищ Бучен, ты перейди пока временно в пятый корпус. Отлично. Я и сам не намерен здесь оставаться. Бучен, о чем вы говорили? Я возразил ему, и меня сняли с должности. Здесь и правда нельзя оставаться. Мне тоже пора. Богу и Ли Дэ не терпится поскорее одержать победу, чтобы доказать, что их стратегия была верной. Поэтому они не терпят возражений. Чан Кайши на этот раз не торопится. Наступает уверенно шаг за шагом и закрепляет позиции. Они хотят окружить нас и задавить. Угу. Как Богу этого не понимает? Их тактика может уничтожить Красную Армию. Да. Ли Дэ еще говорит, я в Академии Фрунзе ничему не научился. Но он сам ничего не знает. Противник будет твердо удерживать позиции и собирается изматывать наши силы в оборонительных боях. Угу. А при первом случае они окружат и уничтожат силы Красной Армии. Я знаю. 100 раз им говорил. Но они уперлись и стоят на своем. Ну ладно. Хорошо, что хоть тебя определили в пятый корпус. Почему это? Как говорится, когда генерал в бою, он может принимать решения даже против императора. Теперь можешь их не слушать. Действуй, как сам считаешь нужным. По крайней мере, поможешь сохранить нам силы Красной Армии. Точно. Ты верно подметил.
Могу это подписать. Почему это не можешь? Мы ведь не обороняли Личуань. Почему написано, что мы проиграли? Он командующий Дзяньси Фудзяньским военным округом. Ему что, нужен приказ, чтобы защищать свою землю? Сяо Дзиньгуана расстреливать нельзя! Товарищ Мао Цзэдун, Центральное бюро рассматривает наказание для одного из своих работников. Вы не числитесь в составе Центрального бюро, и ваше вмешательство противоречит нашим принципам. Я знаю. В таком случае, пусть все будет по правилам. Напишите доклад о поражении в Хуване и в Личуане. Подробный доклад. И пусть Коминтерн выносит решение. Я могу его не расстреливать, но он будет наказан. Хорошо. Если наказанием все ограничится, то я не возражаю. Товарищ Сяо, к вам посетитель. Ладно тебе. Да от меня. Все открещивались наперебой. А тут посетитель. Товарищ Сяо. Хэцзжэнь? Цзэдун попросил тебя проведать. Он попросил передать, чтобы ты отдыхал и восстанавливал силы. До тех пор, пока мы живы, еще не все потеряно. Правда? Угу. Держи. Несите туда. Добрый вечер. Угу. Добрый. Рады видеть. Дорогой, можем начинать? Ага.